Одной из базовых вещей везде является нахождение в центральной позиции. Когда вы находитесь в центральном положении, ваш мотоцикл будет работать правильно, подвеска будет работать вместе. Многое может случиться, если вы слишком оттягиваетесь назад, вас может выбросить вперед, а если вы слишком далеко впереди, вы сильно разгружаете зад мотоцикла. Это основа гоночных техник, о которых многие люди забывают. Прохождение поворотов с клеей. Иногда там есть кочки, иногда нет. Некоторые предпочитают проходить их все стоя, но если там нет кочек, я предпочитаю проезжать их сидя. Мой папа мне говорил: «Сынок, если ты сможешь ездить по песку, ты сможешь ездить почему угодно». Ездить по песку тяжело, но самая главная вещь в песчаных поворотах — это крутящий момент. Даже не волнуйтесь насчет прыжков. Если вы тренируетесь на мотоцикле и разобрались с поворотами, прыжки придут сами собой. И если вы только думаете о том, что мне нужно прыгнуть этот тройной прыжок на своей местной трассе, это последняя вещь, о которой вам нужно волноваться. Прыжки придут со временем. На некоторых трамплинах, когда вам нужно вылететь высоко, например, вы выходите из поворота, и здесь сразу большой стол, нужно прыгать сидя, чтобы полететь высоко. Нужно быть агрессивным, нужно как бы танцевать с вашим оппонентом. И нужно обгонять чисто, но нужно также иметь небольшое пространство, чтобы, когда вы совершили обгон, соперник не мог отыграться. Скажите, есть ли у вас какие-то еще техники, которыми вы могли бы поделиться с гонщиками? Знаете, ну, есть какие-то вещи, но, знаете, если я поделюсь, мне придется вас убить, наверное. А как насчет протаскивания тела рядом с мотоциклом? Ну да, я не могу вам про это рассказать. Это значит слишком много для меня. Это, знаете, как золотая жила. Я имею в виду, если вы об этом знаете, это большой секрет. Люди начнут вас копировать. Ну да, и никогда не знаешь, к чему это может привести. Это как золото, понимаете? Как золото. Перевел и озвучил Сергей Зуев, сайт motogon.ru.